7 года пробыла Красная Армия в северных районах Ирана. Она стояла на страже безопасности советского и иранского народов. И теперь, на основании советско-иранского соглашения 4 апреля 1946 года, советское правительство, точно выполняя свои обязательства, осуществило полную эвакуацию частей Красной Армии из западных районов северного Ирана. Раннее утро 5 мая в Тавризе. В этот день советские части покидали город. На проводы прибыла делегация Курдистана. Закончены последние приготовления. В путь на родину. Проводы частей Красной Армии вылились в демонстрацию дружбы и признательности Красной Армии со стороны иранского населения. Тепло провожало воинов Красной Армии население города Мериге. На трибуне священнослужитель Кемаль Хатеми, он говорит: «Нет в мире нравственнее солдат и офицеров Красной Армии. Слава и честь им!» Все жители небольшого городка Салмас вышли на площадь провожать уходящие войска. Женщины города Ардебиль редко появляются на улице, но в этот день и они провожали кавалеристов Красной Армии. Надпись на доске из ценного дерева гласит: «Другу трудящихся мира, героической Красной Армии, дает ценную помощь в области культуры и просвещения. Это подарок жителей города Урмия». По старинному народному обычаю, друзей провожают с зеркалом и водой. Пусть ваш путь будет светлым и счастливым, дорогие друзья. Пусть любовь наша озарит вам путь на родину. Говорит председатель демократической партии города Хой Нурула Эгани: «Наш народ не забывает хорошего. Только хорошее мы видели от вас, вы наши спасители». В прощальных листовках советских войск слова привета и благодарности за дружеские чувства Красной Армии. В массовом митинге в Тавризе было оглашено послание премьер-министра национального правительства иранского Азербайджана господина Пешивари. «Красная армия завоевала нашу любовь», говорится в послании. Многочисленные подарки – свидетельство этой любви и дружбы иранского народа к Красной армии. Подарок бойцов народного ополчения города Тавриза. Альбом-адрес. Здесь собраны отзывы о Красной Армии, представителей интеллигенции, купечества и знатных людей Тавриза. К
Художник Мао Зизаде 4 года работал над этим ковром. Подарок делегации Курдистана. Надпись гласит: во время своего пребывания в Курдистане Красная Армия своим гуманным и культурным отношением оставила в наших сердцах неизгладимое впечатление. Иранский народ ярко выразил свои чувства дружбы и признательности воинам Красной Армии. Красная Армия спасла иранский народ от участи рабов германского фашизма. Красная Армия укрепила дружбу между народами Советского Союза и Ирана.